Здравствуйте, с вами канал NameDB. 30 августа, 242 день в обычный год и 243 в високосный. По юлианскому календарю соответствует 17 августа. Именины в этот день отмечают Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Леонтий, Макар, Матвей, Петр, Самуил, Юлиан, Ирина, Маргарита, Мария и Яков. 30 августа – Международный день китовой акулы. Международный день жертв насильственных исчезновений. В Казахстане – День Конституции. В Турции – День Победы. В Татарстане – День Республики. В Киргизии – День Архивиста. В Южной Осетии – День Судебного Пристава. Религиозные события. Память святителя Александра Константинопольского. Память блаженного Альфреда Ильдефонса, архиепископа Миланского. Память преподобного Фантия, чудотворца. Память святого Памахия, сенатора римского. Память мученика Мирона, пресвитера. Память преподобного Пимена Угрешского. Память мучеников Фирса, Левкия, Короната и дружины их. Память мученика Патрокла. Память мучеников Стратона, Филиппа, Евтихиана и Киприана. Память преподобного Алипия, иконописца Печорского. Память священномученика Алексия, пресвитера. Память священномученика Димитрия, пресвитера. Празднование Свенской иконы Божьей Матери. Празднование Арматийской иконы Божьей Матери. Исторические события. В 1700 году Россия вступила в Северную войну на стороне Северного Союза. В 1757 в сражении при Гросс-Егерсдофе русская армия под командованием генерала-фельдмаршала Апраксина нанесла поражение прусским войскам. В 1829 в Москве заложена каменная триумфальная арка. В Петербурге в 1834 году открыты Невские триумфальные ворота. В 1860-м в Лондоне запущен первый британский трамвай. В 1873-м открыта земля Франца Иосифа. В 1903 году прошло венчание Александра Блока и Любови Менделеевой. В 1906-м завершилось плавание норвежского исследователя Руаля Амундсена через северо-западный морской проход. В 1920-м началась битва при Комарове, крупнейшее кавалерийское сражение в истории. В 1922-м разгром турецкими войсками иностранных интервентов в сражении при Думплупынаре. В 1927-м Джавахарлал Неру потребовал независимости Индии. Создана Лига независимости Индии. В 1935-м 7-й конгресс Коминтерна в Москве принял тактику Единого фронта – объединение с социал-демократами в борьбе с фашизмом. В 1942 году началась битва при Алам-эль-Халфе. В 1943-м Красной армией от немецко-фашистских захватчиков освобожден Таганрог. В 1944-м вступление советской армии в Бухарест. В 1954-м Франция отвергла Парижский договор о Европейском оборонном союзе. В 1957-м в СССР для иностранцев открыты 5 городов. В 1963-м, чтобы уменьшить риск случайной ядерной войны, между Москвой и Вашингтоном установлена горячая линия. В 1966 году устанавливается День работников пищевой промышленности. В 1973-м в Кении запрещена охота на слонов. В Польше в 1980-м рабочим предоставлено право объединения в независимые профсоюзы. В 1990-м принимается декларация о государственном суверенитете Республики Татарстан. В 1993-м на Эйфелеву башню поднялся 150-миллионный посетитель. В 1999-м в ходе референдума подавляющее большинство населения Восточного Тимора проголосовало за независимость от Индонезии.
В 2006 году открыта станция московского метрополитена «Международная». В 2007 в Москве открыта новая станция «Трубная». В 2012 в Москве открыта новая станция «Новокосино». В этот день родились. В 1401 году родился Георгий Сфранзи, византийский историк. В 1748 родился Жак-Луи Давид, французский художник. В 1797 родилась английская писательница Мэри Шелли. В 1799 родилась Роза Таддеи, итальянская актриса и поэтесса. В 1809 родился немецкий композитор и органист Адольф Фридрих Хессе. В 1836 родился Роберт Гамильтон, британский колониальный администратор. В 1860 родился Исаак Левитан, российский художник. В 1863 родился изобретатель, педагог Сергей Проскудин-Горский. В 1871 родился Эрнест Резерфорд, британский ученый, отец ядерной физики. В 1871 родился Доппа Куникида, японский писатель, поэт и журналист. В 1887 родился американский писатель Рэй Каммингс. В 1898 родилась Шерли Бут, американская актриса. В 1920 родился советский и российский режиссер и художник-мультипликатор Леонид Шварцман. В 1927 родился Дмитрий Жуков, советский и российский писатель. В 1935 родился певец и композитор Джон Филлипс. В 1953 родился Роберт Пэриш, американский баскетболист, четырехкратный чемпион NBA. В 1954 родился президент Белоруссии Александр Лукашенко. В 1963 родился Пол Окенфолд, британский продюсер. В 1967 родился Тимур Кизяков, советский и российский телеведущий. В 1972 родилась Кэмерон Диаз, американская топ-модель и актриса. В 1982 родился американский теннисист Энди Роддик. В 1986 родился британский музыкант Тео Хатчкрафт. В 1989 родилась Биби Рекса, американская певица и продюсер. В 1991 родилась Мария Иващенко, российская актриса озвучивания и дубляжа. В 1992 родилась Джессика Хенвик, английская актриса сингапурского происхождения. Народные приметы и фольклор. Если утром туман и роса, то погода на Мирона будет хорошая. На Мирона не отсеешься, на следующий год соберешь одни цветочки. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал NameDB. Спасибо, что вы с нами, и до встречи!